Это был псевдоним. А, вот как выглядел. Вот как выглядел трюкач. Покажите, пожалуйста. Сколько ты дашь денег, чтобы мы не включали твои треки? У меня нету столько денег. Тогда будем слушать. Да что такое-то? Вы просто... Ваша жизнь будет до этого вечера и после этого вечера. Итак, трюкач и его трек. Блин, верить и ждать. Ты ушла и подарила мне одиночество. Ты извини, но принимай такой подарок. Мне совсем не хочется, ну что ж, здравствуй. Жестокая любовь, вроде боль утихла. Вы еще сделали текст? Конечно.